Всем здравствуйте! Сегодня хочу вам показать вот такую красоту. Называется это растение алмазный мороз. И действительно, похоже, правда же, на снежинки во время мороза на стекле. Прям смотрите, какая красота, изобилие меленьких-меленьких цветочков. Видите? Очень эффектно смотрится растение. Можно сажать в одиночных горшочках. Вот у меня он растет вот так вот. В горшке я его так и занесла, не пересаживая. Можно, кому тяжело, можно просто с него брать черенки. Он подходит хорошо и для подвесных корзинок, и в кашпо, и как дополнение, допустим, даже возле роз посадить. Очень аккуратный кустик, сильно не зарастает, но довольно-таки прилично наращивает массу. Вот с такого вот череночка, примерно вот такой черенок у меня был, мне дали в прошлом году осенью. Я его сразу посадила, поставила сначала в воду, думала крышки, но он начал сбрасывать, и смотрю, я как бы растерялась, думаю, еще пропадет. Посадила сразу в землю. В земле он прекрасно себя чувствовал и очень быстро прижился. Вот. И что самое интересное, вот он только прижился, будет довольно быстро приживается и сразу выпускает цветочки. Так что, по-моему, он круглый год будет цвести. Вот еще понаблюдаю за ним в этом году. Я, конечно, черенки с него возьму, но само растение попробую так вот сохранить. Посмотрю, как оно хранится зимой. Ну, по-моему, особых проблем с ним нету. Ну, как все малочайные, он много влаги, конечно, не любит. Ну, и совсем сухим его оставлять нельзя. Умеренный полив. Вот, ну, и чуть-чуть можно подкормить. Правда, я его не подкармливала. Смесь земли сделала такую питательную. Этого ему было хватило. Можно вот посадить как дополнение возле роз. Он сильно не разрастается, но создает такой вот компактный кустик. Когда нижняя часть уже оголяется роз, он очень эффектно будет смотреться. Можно в кашпо посадить. Вот такая красота. Лучше всего, конечно, он растет на солнышке. Вот у меня он рос с утра солнца, потом солнце заходит за дом, нету, и во второй половине тоже, выходя из дома, попадало снова ему солнце, как-то так. Ну, полдня, в принципе, он находился на солнце. Очень неприхотливый, особого ухода не требует. Ну, полили. Но очень мне нравится. Вот даже в одиночной композиции просто прелесть. Я очень довольна. Хочу на следующий год его размножить. Конечно, побольше. Черенков здесь есть чего взять. И потом попробую его снова посадить. У меня вот навесных кашпо росли растения, но мне что-то не очень понравилось. Я вот хочу их вот посадить туда на следующий год. Так что вот, кому нравится такое прекрасное растение, неприхотливое, цветет практически все лето. Не практически, а все лето цветет. И даже осень вот цветет. И рано-рано весной я его выносила, он уже цвел. Желаю, кому понравилось, приобрести такой черенок себе или готовенькое растение. Маленько он недавно появился на рынках. Ну, я думаю, что уже многие будут иметь возможность его приобрести. Вот. Ну вот, на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Кому понравилось, ставьте лайки, не жалейте, мне приятно. Мне нравятся лайки. И вам, и развитие канала вашему желаю. Всем
всем спасибо, кто заходит, смотрит, поддерживает меня. Давайте будем честно дружить и помогать друг другу в развитии. Всего доброго, до новых встреч!